Здравствуйте, дорогие ученики, с вами Зафар Садыков. Сейчас новый бут как бы сделали, и новые тесты. Именно по этому тесту можно готовиться к экзамену. Сейчас это все посмотрим мы с вами. Значит, автометр бот, первый тест. Так, вопрос. Водитель какого транспортного средства выполняет обгон? Значит, получается, обгон – это полузеленый автомобиль. Правильно выполняет обгон. Синий автомобиль неправильно выполняет обгон. Почему? Потому что это трехполосное двухстороннее движение, и крайне левую полосу обгонять, выходить для обгона по правилам запрещается. Так, водитель зеленого автомобиля. Так, транспортное средство правильно выполняет обгон. Значит, зеленый. Зеленый — это у нас какой водитель? F1. Правильно. И вот на видеороликах тоже показывается. Зеленый правильно выполняет обгон. Перейти к следующему тесту. Второй тест. Сейчас он включается. Что указывает табличка под знаком? Это получается протяженность узкого участка дороги. Нет, расстояние до узкого участка дороги. Это F1. Правильный ответ. Это знак номер 711. Следующий тест. В поле сельскохозяйственных работ траектория движения грузового автомобиля и тракторов пересекается. Кто должен уступить дорогу? Водитель грузового автомобиля? Нет. Трактор, водитель грузового автомобиля? Трактор, водитель грузового автомобиля? Водителя трактору. Водитель, к которому транспортное средство приближается справа, он должен уступать дорогу. Это правильный ответ, третий. Тут действует именно правило правой помехи. Следующий тест. Водитель какого транспортного средства должен уступить дорогу? Значит, это 2.7 знак, преимущество перед встречным движением. Значит, получается, должен уступить дорогу водитель грузового автомобиля. F2. На видеоролике тоже видите, можете увидеть. Следующий тест. В каком случае правило запрещает дальнейшее движение транспортных средств? Имеется на значительное внешнее повреждение деталей кузова, кабины, окраски? Нет, это неправильный ответ. Неисправность цепного устройства в составе автопоезда. Значит, правильный ответ — это получается именно автопоезд, цепное устройство. Почему? Потому что если он вдруг внезапно выйдет, значит, он может снести объекта или транспортное средство повредить. Поэтому, значит, правильный ответ второй. Нарушен коренной лист или центральный болт рессора. Рессор — это получается, машина может просто криво ходить, получается. Как бы рессоры, удерживающее устройство. Правильный ответ, значит, F2. Следующий тест. Разрешается ли пользоваться накатом при движении на крутых спусках? Нет, это запрещается. Накатом всегда, запомните, запрещается. Машина будет набирать большую скорость, и получается, при больших скоростях она могут перевернуться на бок. Именно на крутых спусках. Так, следующий, седьмой вопрос. Вторым проедет перекрёсток. Первый синий, вторым красный, последний зеленый. Почему? Потому что, значит, тут синий на главной дороге, красный тоже на главной дороге. Но почему? Потому что, когда он поворачивает налево, он должен пропустить синего транспортного средства. А зеленый стоит на знаке «Уступи дорогу». Вторым красный. F2. Можете увидеть анимацию. Следующий, восьмой вопрос.
что обозначает данная вертикальная разметка. Это вы должны знать наизусть. Обозначает боковые поверхности ограждения на других участках. Значит, получается не опасный участок, а на других участках. F2. Водитель какого транспортного средства должен уступить дорогу? Тут правило правой помехи. Должен уступить дорогу водитель грузового автомобиля. F2. Следующий тест. С какой максимальной скоростью разрешено движение при буксировке на гибкой цепке? При буксировке максимальная скорость транспортного средства 50 км в час. Это вы должны знать наизусть. Разрешается эксплуатация транспортного средства с неопломбированным спидометром оборудованием. F3. Значит, получается, личным автомобилем пломба не нужна. Это в основном на госмашину. Следующий тест. Вторым проедет перекресток. Первый красный. Синий. Одновременно желтым. И последний. Зеленый. Так. Вот это правильный ответ. Видите, на видеороликах обращайте внимание. Красный. Эти оба одновременно. И последний зеленый. Следующий. Разворот запрещается на пешеходных переходах. Да, в туннелях разворот запрещен, на мостах, путепровод и стаканом под ними. Да, все перечисленные случаи. Запомните, чтобы именно если два правильных ответа, остальные можно начитать. Просто нажимайте как бы пятый ответ тоже. Так вы сэкономите время. Но по пунктам это в всех местах как бы разворот запрещается. Запрещается остановка и стоянка на железнодорожных переездах, я согласен. На пешеходных переходах ближе 5 метров, то же самое. Значит, получается F5. Водитель какого транспортного средства нарушил правила? Правило, значит, получается, этот знак стоянка запрещается и нарушил только грузовой автомобиль. Правильный ответ. F3. Видите, на анимациях. Молодцы. Транспортное средство проедет перекресток в следующем порядке. Первый – трамвай. Он общественный транспорт и имеет право на первоочередное движение в этих случаях. Потом зеленый, по правилам правой помехи. И последний – синий автомобиль. Так, трамвай. Легковой, это F3. Окей, следующее. Указанный дорожный знак запрещает движение всем механическим транспортным средством. F1. Следующий вопрос, переходим сейчас. Как транспортировать пострадавшего с закрытой травмой живота? Так, это медицина. Закрытые травмы живота, мешочек со льдом. Запомните, примочка. Лежачим положиться на боку или спина горячая. Нет, горячая нельзя. Лед, примочка, правильно. Почему? Потому что в холодной температуре кровеносные сосуды сужаются и меньше гематома. И так далее. Поэтому правильный ответ – мешочек со льдом. Надо всегда лед ложить. На каком рисунке водитель подает сигнал предупреждения о повороте налево? Налево – это первый. Руки вытянуты в сторону. Это получается левый. Поворот налево. Так, и последний вопрос. Запрещается остановка и стоянка близ круглых развязок и опасных поворотов с дистанцией видом менее 100 метров на проезжей части. Так, под мостами путепроводные, так, правильно, так, по мостам путепроводам менее чем
тремя полосами движения. Так, все перечисленные случаи. Всегда остановка, стоянка запрещается. Так, и мои результаты. Вот, смотрите. Можно проверить ваши результаты. Правильные ответы 20, неправильные ответы 0. И на следующий тест можно пройти. Спасибо за внимание. До следующих видеороликов. Будут вопросы, задавайте по комментариям. До свидания.